Это такой технологический бизнес. Мы начали его с изучения вообще рынка и познания, так сказать, себя. Так довольно странно было. Компания занимается сейчас в настоящий момент тремя направлениями. Это роботы, лазеры и чат-боты. На чат-ботах вы зарабатываете нормально? Не могу сказать, что нормально в плане там каких-то глобальных цифр. Ну, грубо говоря, там на работу, на реинвестирование хватает. Ну, будем говорить, это там до миллиона рублей выручка. Ну, в общем. Ну, значит, первое — это то, что я понял, что чат-боты, за чат-ботами будущее. Второе — это все-таки вы можете идти в IT. Ничего страшного, можно на IT зарабатывать в России. Я бы сказал так, вообще я бы даже максимально людей стимулировал к этому, потому что, в общем-то, разница валютных курсов сейчас вот в России, то есть это реально делать дешево и дешевле, чем там, в той же Америке. То есть вообще говоря, Россия сейчас в этом смысле выглядит очень привлекательно в плане там трудовых ресурсов, да, я всех призываю, да, идите, открывайте стартапы, бизнесы, предлагайте услуги, сервисы по всему миру, да, мне кажется, это классно. Класс.